Бендерский Северный снова без воды. На Варнице прорвало трубу, там же, где и несколько дней назад. На месте работает Бендерский водоканал, а людям везут воду на машинах. Трубу на Варнице прорвало сегодня утром примерно там же, где чинили на прошлой неделе. Итог: снова нет воды на всем Северном, как и в десятках частных домов в самой Варнице. На Северный снова пошли водовозы. На выходные была вода. Сегодня утром опять нет. Нам никто не едет, никто ничего не говорит. Даже объявлений нигде нет. Вы не знаете, что, когда будет? Да? Ничего мы не знаем. Трасса идет с Варницы вот туда, сюда, в конец, вот она идет вдоль дороги. 53 года этой трассе. Была насосная там, вот качали со скважин, а потом сделали здесь насосную. А уже прогнившая там, я как тоже в последнее время работал сварщиком-сантехником, вот, и варил трубы там, папиросная бумага, знаете, тоненькая такая вот. Что вы хотите, по неделю ходим. Ходим вот к цистерне, сначала была там цистерна, аж стояла возле Дома культуры. Да, это хоть оттуда вот таскали вот баклажки, особенно у женщины, вот знаете, как тяжко. И это еще более-менее, 72 года мне, вот, ну, еще терпимо. Ну, хорошо, спасибо и за это, знаете, вот, все равно я могу вот вскипячу и посуду помою, и что-то сварю. На Варнице возле паспортного стола работает тяжелая техника. Трубу латает Бендерский водоканал. При этом Варница – село временно под контролем Молдовы. На прошлой неделе бендерские мастера здесь заменили 50 метров прогнившей трубы. Продержалась она 2 дня – субботу и воскресенье. Сегодня опять река. Там уплотнительная резина, она ее от давления выдавливает. Из-за того, что тогда 3 дня район был без воды, надо было быстро запустить воду. И планировали замазать, потом это все бетоном, но не успели. Сейчас резину вставили на место, значит, будем замазывать. Специально есть замазка, пенетрон. Дальше подвезут бетон и будем это все заливать конструкцию бетоном. Работы еще продолжаются. Сказали, воду на Северный вернут к завтрашнему дню.